эфире Первого Карагандинского новости, студия Нэшел Карбек. Здравствуйте. Коротко о главных событиях дня. Чрезвычайное происшествие в школе. Ученик 8 класса средней школы Майкудука получил ножевое ранение прямо в учебном заведении. Сейчас подросток находится в реанимации. Аким Шахтинска пообещал, что горожане не замерзнут зимой. Запасов угля хватит до конца отопительного сезона. Отменный нюх и чуткий слух давно привели собак на службу закона. В Караганде стартовали учебно-тренировочные сборы кинологов аварийно-спасательных служб. А теперь подробнее об этих и других событиях. Ученик 8 класса попал в реанимацию с открытой раной бедра. Кровотечение удалось остановить только в больнице. Парню сделали экстренную операцию. Нанесение ножевого ранения подозревается 16-летний подросток. Полиция задержала его по горячим следам. Из-за чего разгорелся конфликт и кто его спровоцировал, выясняла Аим Амрина. 13-летний школьник получил удар ножом в область бедра прямо в стенах школы. Инцидент произошел в туалете. По словам администрации учебного заведения, все началось с пропажи смартфона у одного из учеников. В этот день проводилась профилактическая беседа с родителями учащихся 7 и 8 классов. Одна из мам пришла вместе с сыном-студентом. Именно его в последующем задержали полицейские. В связи с потерей телефона у одного из учеников у нас проводилось профилактическое мероприятие, в ходе которого беседовали с родителями учащихся 7-8 классов. Один из родителей пришел со старшим сыном. Он является студентом. Профилактическую встречу провели, как и планировали. А студент после беседы ушел в уборную школы вместе с учеником 8 класса, который имеет отношение к проведенной нами профилактической беседе. Там студент поранил его правую ногу. Сразу вызвали скорую помощь и полицию. В отдел полиции поехали и студент со своей мамой. Истекающего крови ученика госпитализировали в городскую больницу номер 1. Его жизни угрожала опасность. Врачи провели экстренную операцию. Ранение бедра у него было. Наружное кровотечение было. Сразу же была сделана операция экстренная. Сейчас он находится в реанимации. Состояние стабильное, сейчас его жизни ничего не угрожает. В полиции сообщили, что в отношении задержанного 16-летнего студента начато досудебное расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишение свободы. Вместе с тем полиция выясняет обстоятельства пропажи сотового телефона. А отдел образования проводит служебную проверку в отношении руководства школы. Аим Амрина, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О социально-экономическом развитии города Шахтинск говорили на брифинге Центральной службы коммуникации. Аким города Сержан Аймаков подробно рассказал обо всех плюсах и минусах развития моногорода. Кроме того, городоначальник поделился насущными проблемами и подчеркнул, что все они решаются. В городе Шахтинск все жилые дома и объекты соцкультбыта обеспечиваются теплом компании «Шахтинск Теплоэнерго». На сегодняшний день городская ТЭС устарела и требует колоссального ремонта на сумму более чем 30 миллиардов тенге. В 2016 году проводились ремонтные работы основного и вспомогательного оборудования. Но это всего лишь поверхностный ремонт. Для того, чтобы реализовать масштабный проект, необходимо приложить много усилий. Для того, чтобы реализовать этот полностью проект, я, как уже сказал, нужны большие средства. Их, естественно, государство на себя взять не может. Это нужны инвесторы. Уже последние несколько лет мы ведем переговоры, приходят различные, готовые на подуправление, но они тоже... С одной стороны, хотят взять этот ТЭЦ, но в то же время хотят, чтобы государство не прекращало субсидирование. Тут резона как бы и нет. Поэтому в этом плане работа сегодня проводится. На сегодняшний день выполнен ремонт 3 котлов и 2 турбоагрегатов.
Мощности Шахтинской ТЭС достаточно для того, чтобы обеспечить теплом 100 тысяч человек. Сегодня в городе проживает 37 тысяч. Энергетики заявляют, что количество котлов достаточно, однако остальное оборудование требует серьезного ремонта. Кроме того, на брифинге затронули вопрос о повышенных тарифах на коммунальные услуги. Сержан Аймаков заявил, что ситуация под контролем, а 90% населения Шахтинска оплачивает электроэнергию строго по счетчикам. Мы сегодня предпринимаем новую возможность еще раз пересмотреть эту норму. Расчеты эксперта есть. Мы пошагово идем сегодня через общественное слушание, через общественный совет. В конце концов, мы его действительно еще раз на новое постановление вынесем. Но здесь другая ситуация. Государство должно помогать частично, то есть адресно, да? Те люди, которые, допустим, малоимущие семьи, одинокие пенсионеры, многодетные матери, там, инвалиды, которым вдруг окажется не по силам платить по коммунальным услугам, то есть их доходы не будут соответствовать этим расходам, они имеют право получать жилищные пособия. То есть на эти средства у нас деньги есть, но помощь будет адресная. Градоначальник также рассказал о развитии Шахтинска. На сегодняшний день в городе реализуются два якорных проекта. Один из них – это производство строительных материалов и инертной пыли на сумму около 500 миллионов тенге. В завершении глава города отметил, что сегодня прилагается максимум усилий для дальнейшего развития Шахтинска со стороны властей. Асель Сазамбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Что могут женщины? Они могут все, утверждает Ассоциация деловых женщин Казахстана. В Караганде прошел областной семинар-тренинг, где обсудили проблемы продвижения женщин в бизнесе, политике и других сферах. Чего добился слабый пол за 25 лет независимости, расскажет Лариса Хусаинова. Женщина не только хранительница домашнего очага. В современном мире, как принято называть, слабый пол добился многого. Достижение гендерного равенства является одним из основных факторов устойчивого человеческого развития. За годы независимости существенно возросла доля женщин в законодательной, представительной и исполнительной власти. На семинар-тренинг приехала директор Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсимбаева. Мы считаем, что сегодняшняя встреча будет очень полезна не только для нас, но и для всей области. Сегодня мы обсудим и будем искать решение проблем развития разных проектов. В прошлом году Ассоциация деловых женщин отметила юбилей. За 20 лет работы было создано множество проектов. Например, «Женщины в бизнесе», «Женщины и занятость» и другие. Также ассоциация занимается обучением и трудоустройством выпускников колледжей и университетов. Помогаем тем, кто нуждается в материальной поддержке. Это различные акции. В этом году, к 25-летию независимости Республики Казахстан, значит, идея Дарьи Нурсултановны Назарбаевой – это караван 25 добрых дел. И в каждом регионе уже не 25, уже в два раза больше было сделано дел к независимости, к празднованию независимости Республики Казахстан. Областной тренинг-семинар провели президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсенбаева и директор международной консалтинговой компании по вопросам развития бизнеса Анна Пацук. Основной темой обсуждения стали проблемы и вопросы организации и развития проектов, направленных на совершенствование деятельности Ассоциации деловых женщин. Лариса Хусейнова, Жасулан Уклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде скоро заработает бесплатный кабинет медиации. С помощью психолога и юриста безвозмездно смогут воспользоваться уязвимые категории граждан. Им помогут не только советам, но и научат, как правильно составить судебный иск. Примирение путем медиации предполагает полюбовное решение проблемы. При этом заключение о примирении от медиатора имеет определенную юридическую силу. Помочь гражданам в решении проблем решил Международный правозащитный центр. Помощь будет оказана в рамках республиканского проекта. Международный правозащитный центр располагает государственным грантом на 28 миллионов тенге. Сейчас специалисты центра объезжают города республики и пытаются выяснить, какие актуальные проблемы существуют в сфере медиации. В их планах открыть 16 примирительных центров.
Мы посетили несколько областей. Вот наша девятая остановка, девятая точка. И в рамках данного проекта также предусмотрено в каждой области принять на период реализации проекта принять на работу медиатора и юриста, которые бесплатно будут оказывать помощь. Специалисты центра уже выбрали помещение. В Караганде кабинет медиатора заработает совсем скоро. Зарплату психологу и юристу будет выплачивать центр. С начала октября кабинеты примирения заработали уже в нескольких областях страны. Людям помогают не только советами, но и учат грамотно составлять иски. Я работаю с уязвимыми группами населения. К ним относятся молодежь, к ним относятся люди, живущие с таким страшным диагнозом, как ВИЧ-инфекция. К ним относятся люди, употребляющие наркотики. И не всегда этим людям можно оказать помощь, потому что они скрыты, они закрываются, они пытаются не афишировать свои проблемы. Это первая проблема. Айя Мамлина, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Отменный нюх и чуткий слух давно привели собак на службу закона. 25 октября в Карагандинской области стартовали учебно-тренировочные сборы кинологов. Главная цель – проверка уровня подготовки кинологических расчетов профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований. В шахтерскую столицу прибыли кинологи из 11 городов республики. В чем трудность работы кинологов, вы узнаете в следующем сюжете. Кинологические расчеты из 11 городов страны прибыли в Караганду для участия в учебно-тренировочном семинаре кинологов. Сбор проходил в 3 этапа. Для участников организованы занятия по поиску людей в условиях техногенных завалов различной степени сложности. Всего приняли участие 15 кинологических расчетов на сертификацию и 15 кинологов с молодыми собаками. Дмитрий Денисов со своим другом Чарли Кингом принимает участие впервые. Это у нее первичная аттестация. Мы приехали на аттестацию кинологических расчетов. Она два раза в год проводится в Казахстане, в кинологической службе комитета по чрезвычайным ситуациям. Вот это очередная аттестация. Собака первый раз прошла аттестацию. Я кинологический расчет с собакой. Человек, спасатель и собака. Ну как прошло? В чем заключалось? Что нужно было показать? Заключалась аттестация в... Первый этап – это проверка послушания и ловкости, то есть как управляется собака, как слушается дрессировщика. Второй этап – это поиск в природной среде. Там надо было найти двух пострадавших. И третий этап – это поиск в техногенной среде. То есть это элементы разрушенных зданий. Также надо было найти два пострадавших, условно пострадавших. Для первой группы кинологов, это участники сертификации, были организованы этапы природного поиска. Для его проведения организован участок лесопосадки хвойных пород на границе города. А вот для участников сбора семинара с молодыми собаками проводились теоретические и практические занятия по тактике ведения поисково-спасательных работ в условиях техногенных ЧС. Сборы проходили на протяжении 3 дней. В завершении все команды награждены сертификатами. Мы сегодня завершили. Вроде результаты очень нормальные, можно сказать. Из 15 служебных собак 14 сдали и прошли эти испытания. Так что оно будет дальше продолжаться. Я пожелал бы нашим участникам дальнейших успехов в их нелегкой работе. Это работа с служебными собаками требует особых навыков. Просто так кинологом любой спасатель не может стать. Поэтому это подготовленные наиболее наши сотрудники, спасатели-кинологи. Самые миролюбивые и способные собаки – это лабрадоры, а второе место заслуженно присвоено овчаркам. На сегодняшний день Карагандинская кинологическая служба только набирает обороты. Сейчас в отряде всего 6 собак, но все еще впереди, уверены специалисты. Асель Сазымбаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Полицейские Караганды смогут уделить больше времени здоровому образу жизни. Заниматься спортом без отрыва от работы стало возможным с открытием нового стадиона на территории УВД города. Примечательно, что как раз сегодня сотрудники дорожной патрульной полиции отмечают 3-летнюю годовщину со дня объединения двух служб. В
Спортивная площадка находится прямо на территории УВД города. Полицейские уже приступили к занятиям спорта на свежем воздухе. Открытие площадки блюстители порядка приурочили к 3-летнему юбилею со дня объединения дорожной полиции и полка. На территории УВД города Караганды был построен футбольное поле. И сегодня было открытие данного футбольного поля, где руководство ДВД приняло, ДВД и УВД приняли участие. Поздравили на личный состав полка дорожно-патрульной полиции с праздником, открыли наше футбольное поле. Я так думаю, что с открытием футбольного поля стимул к занятию спортом еще увеличится у наших сотрудников. Дорожно-патрульную полицию поздравили руководители управления внутренних дел и ДВД области. В этот день полицейские проводили на заслуженный отдых 7 коллег. Руководство ДВД, руководство УВД города все делает для личного состава, чтобы они были физически подготовлены. Складывается та ситуация, которая в регионах нашей республики есть, конечно, такие моменты, когда личный состав должен быть подготовленный физически. Здесь рядом находится «Динамо», «Тир», теперь вот футбольное поле. Это значит, личный состав будет более подготовленный для несения службы по охране общественного порядка. Айем Амрина, Жасула Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Государственные служащие противостояли подросткам и студентам. Местная полицейская служба устроила настоящий поединок для участников спортивного товарищеского матча по мини-футболу. Николай Кукиевич играет в футбол с детства. Участковый инспектор колледжа предложил ребятам собрать футбольную команду. И Николай взял инициативу в свои руки. Вообще парень считает, что футбол – это его жизнь. Но в будущем хочет стать не футболистом, а рэпером. Вместе со своими друзьями из колледжа он собрал команду. Капитан уверен в себе и в своих игроках. Несмотря на то, что с госслужащими на поле сталкивается впервые. Будут играть, да, хорошие команды, сильные, но мы как компания друзей, я думаю, мы по-любому выиграем. Пожелаю всем заниматься спортом. Ну, кому каждый нравится, но желательно футболом для пацанов. Местная полицейская служба проводит спортивный товарищеский матч по мини-футболу совместно с теми, кто тесно взаимодействует в сфере охраны прав детей. Управление образования, депутатский корпус, физкультурно-спортивное общество и сотрудники ювенальной полиции помогли организовать команды среди студентов. В товарищеском матче по мини-футболу приняли участие 5 команд. Это курсанты Республиканской школы «Жасулан», воспитанники детских домов, студенты колледжей и участники программы «Серпын», а также сотрудники ювенальной полиции. Цель данного мероприятия – укрепить сотрудничество и доверительные отношения между сотрудниками полиции и молодежью. Подобные мероприятия мы проводим ежеквартально, ограничиваемся не только областным центром, но и стараемся подключать все населенные пункты Карагандинской области. Недавно, буквально 2 месяца назад, мы провели подобную широкомасштабную спортивную игру на базе стадион «Шахтер» города Сарани, где также играли подростки, вовлекали туда из неблагополучных, малообеспеченных семей, состоящих на учете в полиции. Как считают сотрудники местной полицейской службы, подросткам из малообеспеченных семей требуется больше внимания. Поэтому в такие спортивные мероприятия вовлекаются ребята, которые состоят на учете. Участники получили подарки, памятные призы и кубки. Прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни – такова задача местной полицейской службы. Подобные мероприятия проводятся несколько раз в год, но именно этот матч посвящен значимой дате – 25-летию независимости Республики Казахстан. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 25 малышей переступили порог ясли-сада Мюльдер благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости 2020». В дошкольном учреждении сделан текущий ремонт фасада, групп физкультурного и музыкального залов. Это позволило администрации садика набрать новых малышей. В отремонтированном ясли-саде Мюльдер занятия идут полным ходом. Малыши с удовольствием занимаются в новеньком физкультурном зале. Просторный зал бросается в глаза не только свежим ремонтом, но и новым инвентарем. Из бюджета на текущий ремонт было выделено свыше 18 миллионов тенге. Работы были проведены в рамках первого направления программы «Дорожная карта занятости 2020». Расслабь,
Добротный ремонт сделан и в других кабинетах. Новые шкафчики, пластиковые окна и красочные игрушки не могут не радовать глаз. В открытой совсем недавно младшей группе ребята уже освоились. Педагог с 25-летним стажем Салтанат Тургамбаева тоже рада. Совсем недавно она сидела без работы. Благодаря дорожной карте занятости она занимается любимым делом. Наша группа называется «Шанырак». Она светлая и просторная. Нам выделили новые шкафчики и игрушки. Ремонт очень хороший. Детям и родителям нравится. На ремонт имеется гарантия. В течение 3 лет подрядная компания обязана устранить недостатки, если таковые будут выявлены. В текущем году аналогичные ремонтные работы были сделаны на 20 объектах города. Были созданы свыше 300 рабочих мест. Трудоустроены в основном безработные, обратившиеся в центр занятости. В своей очереди на ремонт в Караганде ждут еще 36 объектов образования, культуры и спорта. Раньше у нас было всего 13 групп, сейчас 14. Также нам отремонтировали музыкальный зал. Там сейчас очень красиво. Натяжные потолки, новый инвентарь. Мы благодарны государственной программе «Дорожная карта занятости 2020». Радуются ремонту и ученики школы-лицея номер 53. Несколько лет руководство учебного заведения боролось с подтеками и лужами после дождей. Этим летом по дорожной карте занятости здесь произвели капитальный ремонт кровли. В шахтерской столице также осуществляется стимулирование предпринимательской инициативы и содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя. Участникам программы выданы микрокредиты на 9 миллионов тенге. В рамках третьего направления программы «Содействие трудоустройству через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя» на социальные рабочие места было трудоустроено 323 человека, 272 человека было направлено на обучение. Из них 100 человек уже прошли обучение, были трудоустроены на постоянные рабочие места. 172 человека на сегодняшний день до сих пор обучаются. Воспользоваться программой «Дорожная карта занятости 2020» могут все желающие. Достаточно лишь обратиться в центр занятости с 3 основными документами. Это удостоверение личности, трудовая книжка и адресная справка. На сегодняшний день в Караганде зарегистрированы около 2000 вакансий от более 300 предприятий. Наиболее востребованы специалисты в сфере медицины, образования, швейного производства, транспорта и строительства. Выпускники вузов могут принять участие в молодежной практике. С 5 августа для удобства соискателей запущена горячая линия в WhatsApp, куда могут обратиться безработные. Телефон вы видите на экране. Айымамрина Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом у нас все. Если у вас есть интересные новости, звоните в редакцию телеканала на номер 420649. И смотрите наши новости на сайте телеканала. До свидания. Приятных выходных.